Всем привет на канале Old Dutchman. Сегодня мы с вами продолжаем тему миграционной политики в стране, реакция многих политиков на эту программу. Ну и так поговорим в общих чертах о том, что нас окружает. В последние несколько недель практически все заседания немецкого правительства сводятся к одной теме – кривобокость и хромоногость немецкой миграционной политики. С этим нужно что-то делать. Нужно сделать так, чтобы эта миграционная политика не шла вразрез с интересами народа, все делается перед выборами, и не препятствовала параграфам Евросообщества и указаниям Европарламента, который следит постоянно за выполнением каких-то там правил, законов и указаний, придуманных той же самой Урсулой фон дер Лейен или еще кем-нибудь. Так вот, после разгромного скандального выступления Элис Вайдель в Бундестаге по поводу миграционной политики, кривой работы коалиции вот этой вот светофорной и призыва федерального канцлера Олафа Шольца подать в отставку, политики в правительстве заговорили с еще большей интенсивностью о миграционной политике. В частности, Нэнси Фезер вновь перетянула одеяло на себя и сказала, что благодаря ее указаниям границы Германии сейчас стали закрытыми, и благодаря ей сейчас проводится тотальный контроль абсолютно всех людей, вранье, на границе, пересекающих из соседних стран пограничные пункты в направлении немецких городов. Это было и раньше. Просто Нэнси Фезер для того, чтобы удержаться на посту министра внутренних дел на следующий срок, пытается сейчас влить нам елей в уши и сказать, что вот посмотрите, как выполняются мои указания. Полиция и без твоих указаний работала четко и слаженно. Просто сейчас на их плечи легли еще большие обязанности и дополнительные указания от тебя. Вместо того, чтобы создать конкретно пограничную службу, которая и будет заниматься охраной государственной границы в стране, Нэнси Фезер перекладывает все эти обязанности на полицию. Но тем не менее полицейские и до этих указаний отлавливали нелегальных мигрантов и отправляли их обратно. Естественно, те мигранты, которые приезжали из Польши, имея уже статус беженца в Польше, были депортированы обратно, польское правительство часто возмущалось. Однако же немецкие прокуроры и полицейские сказали, что простите, но согласно Дублинскому соглашению, эти граждане, получившие статус беженца у вас в стране, обязаны находиться у вас в стране, а не бежать сюда за дополнительной социальной помощью. Вот вам один из примеров того, как работает немецкая полиция. Плюс к тому, что сейчас в правительстве постоянно идут споры и скандалы по ужесточению миграционной политики Германии по отношению к нелегальным, в первую очередь, мигрантам. В подкасте от 23 сентября у нас мы рассмотрели с вами статью о том, как немецкие пограничники в Розенхайме, рядом с городом Гармиш-Партенкирхен, остановили автомобиль с польскими номерами, за рулем которого находился гражданин с паспортом иностранца из Латвии. Этот человек перевозил в своей машине 7 сирийцев. Внимание пограничной полиции привлек тот факт, что машина, подъезжая к пункту пропуска, уже выглядела достаточно переполненной. Они остановили машину, отогнали ее в сторону. Когда они посмотрели в салон машины, они увидели, что сзади на заднем сиденье сидят 4 иностранца. При более тщательном досмотре машины, когда открыли крышку багажника, оказалось, что в машине, в самом багажнике находятся еще 3 иностранца. Все 7 иностранцев оказались гражданами Сирии. 4 из них имеют статус беженца, полученный в Словении. 3 без какого-либо статуса беженца пытались проникнуть таким вот контрабандным образом на территорию Германии с целью получения статуса беженца, ну и соответствующих примочек, всех социальных выплат, дотаций и так далее. Не получилось, как говорили раньше бандиты, ну в этот раз не прошло, попробуем в следующий раз. Что же случилось с этими гражданами, которых задержала немецкая полиция? Кого интересует, можете посмотреть быстренько, послушать тут быстренько подкаст от 23 сентября. Там я рассказываю коротко. Здесь же сейчас в этом видео я высказываю свою точку зрения на происходящее и свое мнение на то, что произошло в тот момент. Так вот, этого гражданина, скажем так, без гражданства, но жителя Латвии, закрыли в камере предварительного заключения. Его арестовали, потому что, оказывается, он находился за рулем транспортного средства без действующих водительских прав. Это еще ерунда, это, можно сказать, так, 10 или 20% всего дела. Все остальные проценты этого дела, почему его арестовали, контрабанда людей через границу. То есть, скорее всего, этот человек мог получить с каждого сирийца как минимум 10 тысяч евро за то, что он их, если все это удастся, перевезет в Германию и выпустит их на свободу. Как оказалось так, что машина с польскими номерами оказалась во владении этого гражданина из Латвии, полиции предстоит выяснить. Тут возьмутся за это дело и прокуратура, и следователи. 4 же граждан Сирии, которые уже имели статус беженца, полученный в Словении, тут же отправили в Австрию. С ними пусть разбирается теперь австрийская полиция и австрийские пограничники, которые, скажем так, прошляпили, проквохкали вот этих вот граждан, проехавших транзитом через всю Австрию. Ну, не всю, там около 200 километров вот этот перешеек. Так что не так уж и много, но тем не менее. А вот этих вот 3 молодых, возраст всех сирийцев, по их словам, от 18 до 38 лет. Так вот, 3 молодых сирийцев отправили в лагерь для временного распределения вот этих вот нелегальных мигрантов, чтобы разобраться, кто они такие, установить их личность. И потом, может быть, им действительно повезет, им дадут статус беженцев в Германии, а может быть, дадут статус терпимых. Кто знает, это все будут решать компетентные органы, в обязанность которых входит разбираться именно с такими вот случаями, происходящими на государственной границе. Однако же немецкое правительство сегодня во всеуслышание кричит о том, что миграционная программа, которая принята у нас в стране несколько лет назад, да плюс еще Дублинское соглашение, вдруг не стыкуются. А где же вы были раньше-то, когда вы кричали, что Дублинское соглашение должно выполняться? Где же вы были раньше-то? Оказывается, что согласно Дублинскому соглашению, люди, как я уже говорил неоднократно, имеющие статус беженца или статус терпимого, полученные в одной из стран Евросоюза, не имеют права подавать заявку на регистрацию статуса беженца в Германии. Польские власти, наверное, об этом забыли, поэтому, когда летом немецкие пограничные полицейские остановили семью из 5 афганцев, имеющих статус беженца, полученный в Польше, и депортировали их обратно в Польшу, польские власти тогда кричали, что они будут разбираться на уровне бундесканцлера, какое имели право немецкие полицейские отправить афганцев, ищущих убежище в Германии. Вопрос, да? А зачем же вы тогда давали им статус беженца, вот этим вот афганцам? Если они у вас его получили, будьте добры. Ухаживайте за этими людьми. Следите за тем, чтобы они интегрировались в вашу страну, в вашу социальную жизнь. А не выступайте как обиженки после того, когда вот этих людей, пытающихся проникнуть в другое государство с целью получить дополнительный статус беженца, вернули к вам. Вы же выполняете Дублинское соглашение, вот и выполняйте его дальше. А мы будем со своей стороны выполнять его так, как мы это видим, так, как мы это понимаем. Так сказали немецкие полицейские. Это говорю не я. Это говорят немецкие полицейские исследователи, которые постоянно занимаются или разворотом на 180 градусов вот этих вот нелегалов, которые пытаются проникнуть на территорию Германии, или депортацией людей, которые не получили статуса беженца и вынуждены были покинуть нашу страну. Но тем не менее находятся организации, которые пытаются вставать на защиту вот таких вот нелегалов. Естественно, эти организации спонсируются, я так думаю, зелеными. Я не буду этого утверждать на 100%, но все-таки не без зелени ползучей обошлось вот это вот спонсирование таких организаций. Ведь не будут же простые граждане, которые вот так уже сыты миграционной политикой нашей светофорной коалиции, собственноручно отдавать свои деньги таким организациям, которые ратуют за то, чтобы в Германию приходило как можно больше беженцев, иммигрантов, чтобы получать социальные дотации, условия все для жизни и так далее. Я не думаю, что это спонсируется с простого населения. Скорее всего, здесь затянуты какие-то политические круги или политические партии. Иначе это не объяснишь, откуда берутся деньги у таких организаций. И вот еще интересен тот факт, что хорошо, когда на границе нет стационарного пункта таких вот организаций, сердобольных, психологических, гуманитарных, типа Фронтекс и так далее, которые, увидев контрабанду людей, набросились бы на полицейских и сказали бы: нет, нет, мы возьмем этих людей сейчас себе, мы с ними сами разберемся, а вы выполняете свою полицейскую работу. Очень хорошо, что таких организаций и их пунктов нет на границе, потому что все те потуги Министерства внутренних дел во главе с Нэнси Фезер и попытки правительства обелить себя в глазах населения сошли бы на нет. Ведь если Нэнси Фезер, как она говорит, что она распорядилась закрыть границы, хотя, когда заканчивался чемпионат Европы по футболу в Германии, она сказала: все, границу можно оставить открытой, нужно границу усилить только между Францией и Германией, потому что сейчас во Франции начинаются Олимпийские игры. Многие премьер-министры земельные сказали: Нэнси, ты че? То есть, если мы сейчас снимем дополнительные наряды полиции с польской границы, к нам хлынет поток нелегалов, неуправляемый поток. Мы обязаны оставить эти границы закрытыми. Нэнси посидела, подумала: да, ну раз вы так говорите, может быть так оно пусть и будет. А теперь она говорит, что она распорядилась закрыть границы. О, как получилось, как классно это, блин, елки-палки. Если бы еще наша Аналена так сказала: я распорядилась не выдавать визы по подложным документам, то, блин, фиг с тобой, Ленка. Оставалась бы ты тогда на второй срок министром иностранных дел. Но, увы, за 3 с небольшим года она так дискредитировала не только себя, но и свое ведомство в глазах мирового сообщества, не говоря уже о населении страны, что терпеть ее, не дай бог, второй срок, да ну нафиг, вы что? Простите мне мой французский, если сейчас кому-то вот это высказывание «да ну нафиг» режет уши. Я не обижаюсь на то, когда люди, допустим, слышат правду, видят правду, но отворачивают глаза в сторону с нежеланием видеть эту правду или слышать ее. Я понимаю этих людей, они живут по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю». А если знаю, то лучше умолчу, а то вдруг получу по шапке, как прямой гвоздь. Уж лучше быть гнутиком-гвоздиком. Его, если ударят разок, он упал, загнулся, фиг с ним, возьмут другого, прямолинейного. чпокнут и забили в доску. Я понимаю этих людей. И что интересно, многие люди, когда они приходят сюда на канал, чтобы посмотреть различные видео, их интересует хайп, их интересуют сплетни, их интересуют скандалы. Увы, у нас не так. К сожалению, у нас, а может быть даже к счастью, что у нас не так. Потому что я сам не любитель скандалов. Я говорю правду. Мне на то видео, которое до сих пор все еще бурлит на просторах интернета, где я рассказываю о полуголых украинских беженцах на пляжах Европы, или то видео, где украинские беженки говорят о Германии, что Германия это дно, это гадость, это грязь, и мы все тоже никакие в этой Германии. Даже под тем видео кто-то написал, одна женщина мне написала: да Германия это дно, все, согласись с этим. Я написал: да-да, мы это уже слышали, придумай что-нибудь новое. Она, наверное, думала, что я сейчас заведусь, начну распаляться, брызгать слюной и так далее. Нет, нет, для вас может быть Германия дно, я не спорю. В Германии есть многие пункты, которые, можно сказать, да, они негативны не только в социальной системе, но и в экономической и политической. Но есть также очень много плюсов. Очень много плюсов. Допустим, медицинская страховка или социальная страховка, о которой многие люди, живущие на постсоветском пространстве, только слышали. Пусть для вас Германия будет дном, но это наше дно. Мы тут живем, поэтому мы сами разберемся с этим правительством. Не надо говорить нам, что мы балбесы и выбрали такое правительство. Да, мы такое правительство выбрали, теперь будем выбирать другое. Но оно сейчас пытается реабилитировать себя в глазах населения, крича почти на каждом заседании Бундестага, что мы обязаны ужесточить миграционную политику. Элис Вайдель сказала: это что за елки-палки? Почему министр внутренних дел страны принимает указ о том, чтобы всем нелегальным мигрантам или просто мигрантам давать гражданство через 4-5 лет? На каком основании? Элис Вайдель это спросила федерального канцлера Олафа Шольца. На это он не смог ничего ответить. Она сказала: на каком основании, если любой человек, приезжающий в Германию, живущий здесь и работающий, ранее до этого сумасшедшего указа обязан был отработать как минимум 10 лет или 8 лет, если члены семей бывших вот этих вот репатриантов. А так человек обязан был отработать, прожить здесь 10 лет, отработать как минимум 5 лет и на момент подачи заявления на получение гражданства не иметь никаких социальных выплат, вернее социальных дотаций или помощи от государства. Он обязан самостоятельно стоять на ногах, не получать социал, работать и оплачивать свою квартиру из своего кармана. Элис Вайдель сказала: на каком основании, зачем нам из этих 3 миллионов мигрантов столько людей, которые примут гражданство и дальше не будут работать? Вы вообще в своем уме? Спросила Элис Вайдель. Министры, которые принимали такие законы, были ошарашены такой вот струей ледяной воды в лицо, но ничего сказать не смогли, ведь они же целым скопом принимали этот закон. Не только одна Нэнси Фезер. Она его протолкнула, а они приняли. Теперь пусть расхлебывают. Но Элис Вайдель потребовала отменить этот закон. И в этом мы ее поддерживаем. Потому что, извините, когда в стране своих социальщиков достаточно, когда только 500 тысяч безработных немецкого гражданства, принимать еще 3,5 миллиона тех, кто здесь уже сколько лет, кто по 9 лет, кто по 5, кто по 6 лет живет и нигде не работает и работать не хочет, потому что сытно получает социальные пособия и ему государство платит за квартиру, принимать еще этих людей в граждане Германии, чтобы они потом что делали? Выпадали из криминальной статистики, мол, типа не гражданин Афганистана порезал политика на улице, а гражданин Германии порезал политика на улице. Это уже другое. Тут мы разберемся между собой. Для этого, что ли, делался такой указ? Для этого, что ли, хотят вот эти 3 с лишним миллиона мигрантов легализовать как граждан Германии? Куда же все это годится? Куда же все это катится? Это правительство, елки-палки, оно пытается, как я сказал, реабилитировать себя в глазах населения. Оно пытается выбелить свою грязную шкурку, замазанную грязью, репейниками и другой ерундой. У этого правительства уже ничего не получится. Как на встрече с избирателями сказали Маркус Зёдер и Фридрих Мерц на вопрос, так кто же будет канцлером, кандидатом на пост канцлера от вашего альянса, Маркус Зёдер опять во второй раз уже сошел с позиции и сказал, мы в альянсе обсуждали эту тему, и мы видим только одного кандидата, который действительно достоин этого поста. Это Фридрих Мерц. С одной стороны, да, неплохо. Волевой человек, стойкий человек. Ну, как политик, они практически все сегодня говорят одно, завтра делают другое. Было бы неплохо увидеть Маркуса Зёдера бундесканцлером, но он сам от этого опять в который раз отказался. На прошлых выборах отказался и сейчас отказался. Но когда к власти придет Фридрих Мерц, тут уже все государство должно готовиться к чему-то более серьезному. Потому что если сегодня министр обороны Германии Борис Писториус кричит, что мы должны сделать страну способной вести боевые действия, не способной жить миролюбиво с другими государствами, а способную вести боевые действия, то Фридрих Мерц будет первым канцлером, подписавшим ратификацию требования Украины о поставке крылатых ракет средней дальности на территорию Украины. Если до этого дойдет, вот тогда всем крышка. Вот такие вот были у нас сегодня с вами новости. Конечно, кому-то может это понравится, кому-то нет. Для того и существует функция комментариев у нас на канале. И не обижайтесь, если, к примеру, вы написали комментарий, а он куда-то пропал. Многие комментарии отправляются в спам. Наши модераторы, в том числе и я, фильтруем эти комментарии, какие-то удаляем, какие-то допускаем к всеобщему прочтению, кого-то отправляем просто в бан. А есть такое, что сама система, сама видеоплатформа просто-напросто удаляет комментарии, не отправляя их предварительно в спам. Поэтому не обижайтесь, если вы, написав свой комментарий, вообще его не увидите под каким-то видео. В этом уже нет нашей вины. В общем, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой комментарий, все-таки оставить комментарий, нажать на колокольчик, чтобы всегда получать уведомления о новинках у нас на канале. И не болейте, потому что, как говорится, было бы здоровье, остальное будет. Всем удачи, пока.